Говорит аль-хадис ат-таси ат-тис'ун, 99-й хадис в нашей книге. Ан Джабир ради Аллаху анху, приходит от Джабир ибн Абдилля, анна набия саллаллаху алейхи ва саллама кали ли Муаз. То, что однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллама сказал Муазу ибн Джабалю. Фалауля саллайта бисаббихи исма раббика аля. Почему бы тебе, совершая намаз с людьми, не читать в этом намазе суру саббихи исма раббика аля. Ван шамси ва духаха, а также суру аш-шамс ва духаха. Ван лейли иза яхша, а также суру ван лейли иза яхша. Фаину юсалли варака аль-кабир ва дайиф ва дуль-хаджа. Ведь за тобой совершают намаз взрослые люди, то есть пожилые люди, а также слабые, а также дуль-хаджа, те, у которых есть нужда. То есть эти слова пророк саллаллаху алейхи ва саллама произнес Муаз ибн Джабалю когда? После того, как о Муазе ибн Джабалю ему сказали то, что он удлиняет намаз с людьми. И из-за этого некоторые люди запаздывают на намаз для того, чтобы не уставать в нем. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разгневался на него и в конце концов дал ему вот этот вот совет. То есть вести намазы с людьми, читая вот эти суры. Либо саббихи исма раббика аля, либо вашамси ва духаха, либо валлейли иза яхша. Говорит, вальмана аль-иджмали. Какой общий смысл этого хадиса? Во-первых, этот хадис приходит у имама аль-Бухари. Говорит, какой общий смысл? Ламма балага ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям анна муазан йутилу ан-кираа хина йауму каумаху. Когда дошло до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что Муаз ибн Джабаль, ведя намаз с людьми, удлиняет чтение Кур'ана в этом намазе, аршадаху иля ат-тахфиф ма адама имаман. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал ему на то, что он, раз он является имамом, должен облегчать для людей совершение намаза. وَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا بِقِرَاءَةٍ مُتَوَسِّطٍ الْمُفَصَّلِ. И привел ему в пример, какие суры он может читать в этом намазе. И привел ему в пример срединные суры из муфассала. Какие это суры? Саббихи исма раббика аля, то есть сура аля, возвышенный. Вашамси ва духаха, то есть сура аш-шамс, солнце. Валлейли иза яхша, и сура аль-лейль, то есть ночь. Лианну яатамму би аль-кибар аль-мусиннун. Почему? Потому что за пророком, саллаллаху алейхи ва саллама, точнее за Муазом ибн Джабалем, стояли в этом намазе пожилые люди, взрослые люди, ва дуафа ва асхабуль хаджат, а также слабые люди и те, у которых есть свои дела и занятость. Мимма нешукку алейхим ат-татуиль. Таким людям тяжело бывает что делать? Совершать намаз долгим образом. Фа юхсан ар-рифк бихим ва тустахаб мура'атухум бит-тахфиф. Поэтому является хорошим делом, чтобы к ним проявлялась доброта, и является желательным то, чтобы намаз такими людьми был облегчен. Амма иза кана аль-мар'у аль-муслим юсалли вахдаху фалаху ан ютауила ма ша. Если же человек мусульманин совершает намаз один, то может удлинять его как пожелает. Говорит аль-ахкам аль-ма'худа мин аль-хадис. Какие постановления берутся из этого хадиса? Инна аль-мутавассита фи аль-кираати фи аль-салах хадхи сура аль-мазкура фи аль-хадис ва амсалиха. Говорит, в этом хадисе указание на то, что срединным чтением в каждом намазе является то, если человек будет читать вот эти суры, которые указаны в этом хадисе. И подобные этому суры. Значит, тот человек, который такие суры будет читать, считается тем, который читает срединные суры в намазе. Не слишком удлиняет намаз, но и не читает его слишком коротко. Второе, инну юстахаббу лил имам мураат ад-дуафа битахфиф ас-салати халь итимамихим би. То, что если человек становится имамом над людьми, то ему желательно сокращать намаз для того, чтобы этим самым помочь слабым людям, которые стоят в намазе, и облегчить им совершение этого намаза. Третье. Инна сиясат ан-нас бир-рифку ал-лин хия сияса ар-рашида. Указание на то, что людьми управлять нужно мягкостью и добрым словом. Это является управлением рашида, то есть прямым, должным. Аллати тухаббабу илейхим улятахум ва уммалахум. И такое управление, то есть управление посредством мягкости, приводит к тому, что люди начинают любить такого управляющего и начинают уважать его. Поэтому это не всегда. Иногда человек заслуживает строгости и жесткости относительно него. То есть не все люди заслуживают мягкости, так или нет. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем управлении людьми применял как мягкость, так и строгость. Иногда применял строгость, иногда мягкость. И в этом необходимо смотреть на человека, к которому ты обращаешься. Говорит, четвертое, хусну та'алим ан-наби, саллаллаху алейхи ва саллям, ва мулатафатуху. Указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прекрасно обучал людей и с добром относился к ним. Из хатаба муазан би сыгати аль-араб. Потому что, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к Муазу с каким? С какой фразой? Бисыга, то есть фразой или с формулировкой аль-араб, то есть сказал афаля, почему бы тебе не делать так, почему бы тебе не делать так, то есть не сказал ему делай так, но сказал, почему бы тебе не сделать так и тому подобное. Это является проявлением мягкости в обучении человека. Говорит и пятый полезный момент, рафатуху саллаллаху алейхи ва саллям би умматихи ля сима дуафа и минхум. Указание на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям был милостивым к своей общине, особенно к слабым из них, у асхаб аль-хаджат и тем, у которых есть своя занятость и свои трудности.